300-летию российской полиции. Серьезным испытанием для Ставропольской полиции явился приезд императора Николая I на Кавказ в 1837 году. Почти вся полиция губернии была сосредоточена для поддержания порядка на пути проезда императора по территории Кавказской области. Кроме того, для охраны порядка по пути следования императора были выделены воинские подразделения и казачьи формирования. Проект подготовлен АТВ-Медиа совместно с полицией Ставрополья.